Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ командующий! Поздравляю весь личный состав с освоением нового комплекса F-400 и заступлением на боевое дежурство. Ура! 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 Берегите технику, любите ее, изучайте, будьте профессионалом своего дела и четко, бдительно несите боевое дежурство. С праздником вас! Приказов командующего 14-й армии ВСУ ПВО, командиру 76-й дивизии ПВО, приказываю основными задачами дежурной силы средств, несущих боевое дежурство, считать приеме своевременно доведения до подчиненных подразделений боевых приказов, сигналов боевого управления на приведение высшей степени боевой готовности, прикрытие важнейших объектов Российской Федерации от ударов средств воздушного нападения противников. Дивизион, к бою включаю полную мощность. Есть 57-я. 57-ю на точное сопровождение. 57-я на точное сопровождение. Есть цель 9-я. 9-ю на точное сопровождение. Есть цель 8-я. 9-ю уничтожить. Но не пусть по первому. Есть цель 14-я. 14-ю на точное сопровождение. 11-й, 57-ю уничтожил. Дальность 116, высота 7, расход 2. Я прошел обучение на новую систему С-400 «Триумф» в Ленинградской области, после чего участвовал в стыковочных стрельбах на государственном полигоне «Капустин-Яр». В состав расчета входит теперь меньшее количество личного состава, но при этом эффективность работы от этого не снижается. И по своим тактико-техническим характеристикам данная система превосходит систему С-300ПС. Если раньше мы сидели вот так вот, там скорость реакции, все нужно было делать, то теперь уже машина все сама делает. Ну, скажем так, что увеличились наши возможности по дальности обнаружения и поражения воздушных целей. Нужно специальное образование военное именно по этой системе, потому что очень много своих особенностей. Нужно знать физический смысл происходящих процессов в данной системе. Темп работы остался таким же высоким, как и в системе С-300ПС.
Но основную часть работы выполняет все-таки автоматика. Вот. Но нельзя исключать человеческий фактор, потому что принятие решения всегда остается за человеком. Ну, как сказали наши ветераны, это знаковое историческое событие. За время существования как зенитно-ракетного полка мы всего лишь третий раз получаем новую технику. С-75 в свое время, в 93-м году С-300. И вот сейчас, через 24 года, со самую современную, конечно, систему С-400. Но реальные возможности, конечно, возрастает это новое поколение совершенно по-другому. ЗРК, оно характеризуется дальностью поражения целей, высотой. Это изменилось в разы реально. И скоростью поражаемых целей вероятного противника. Современная техника С-400 позволяет гарантированно уничтожать любую аэродинамическую или аэробалистическую цель всех существующих стран современного мира.